С наступлением теплого времени года учащаются случаи ухода детей из дома. Главные причины побегов – неблагополучие в семье, нежелание учиться и любовь к уличной вольнице. Сейчас практически каждый день фиксируется факт ухода несовершеннолетнего из дома. А всего с начала года семьи оставили 23 ребенка. Возраст беглецов – от 4 до 18 лет. Оказавшись на улице, маленькие бродяжки, как правило, сталкиваются с равнодушием горожан. Очень часто, видя ребенка, который одет не по погоде или гуляет сам по себе, люди не обращают на него внимания и проходят мимо, и проблемами беглецов занимается только милиция. Дети, которых находят оперативники, чаще всего отличаются педагогической запущенностью, поэтому с ними работают специалисты. Во время бесед с психологом и в своих рисунках ребята демонстрируют подсознательное ощущение того, что они не нужны родителям. Есть и противоположные случаи – чрезмерной родительской опеки, от которой дети просто бегут из дома. Чтобы изменить такое положение вещей, в городе активизировали профилактические мероприятия и проводят беседы с родителями.